В одной известной песне поется: «На 10 девочек по статистике 9 ребят». Вот только в коллективе Амрита статистика другая. На 10 девочек один мальчик – Алексей Челейкин, который начал танцевать, еще не родившись. Да-да, здесь и такое возможно. На сегодняшний день Алексей с различными возрастными группами коллектива уже завоевал множество призовых мест на конкурсах и фестивалях. Все это ему, конечно, очень нравится, но все-таки в душе он мечтает, что мужской коллектив приумножится. Ведь одному нести такую ношу тяжело. Да, и будет с кем об автомобилях поговорить.